Добрый день, дорогие участники Астана и участники нашего вебинара. Давайте для начала проверим звук. Если нас слышно и видно, отправьте, пожалуйста, один. Если проблемы со звуком или с видео, можете отправить ноль. Все хорошо, мне передали, что все отлично видно и слышно. Добрый день, меня зовут Мунтажан Базарова, я являюсь старшим менеджером отдела по работе с экспат-центром в Astana Hub. Astana Hub – это международный технопарк IT-стартапов, где созданы все условия для свободного пользования и реализации своих идей компаний и зарубежных IT-компаний Казахстана. Наш сегодняшний вебинар посвящен вопросам легализации и апостилирования документов. Когда к нам на работу приезжают иностранные специалисты, они привозят с собой либо высылают ряд документов. Чтобы они на территории Казахстана имели юридическую силу, их необходимо надлежащим образом оформить. С чего начать и что для этого нужно, давайте сегодня обсудим на нашем вебинаре с нашими спикерами. Добрый день. Сегодня с нами второй секретарь Департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Анар Кутыбаева. Добрый день. И специалист ДКС МИД РК Алибий Жанзаков. Также у нас специалист-эксперт по миграционным вопросам компании VPK Group Анвар Мубай. Добрый день. Предлагаю начать наше обсуждение с вопросов, что такое легализация иностранных документов и для чего она нужна. Легализация документов – это государственная услуга, оказываемая Министерством иностранных дел и загранучреждениях Казахстана за рубежом. Легализация документов – это подтверждение подлинности подписи должностных лиц и печати на самих документах для использования за рубежом. Хорошо. А какова процедура легализации иностранных документов? Давайте продолжим. Процедура заключается в проверке полностью подписи, сверке с образцами, которые имеются у нас в базе, либо в наших загранных учреждениях. То есть сверяются образцы подписи и поставляется печать легализации документов. Хорошо, спасибо. А какие документы подлежат легализации? Документы, любые официальные документы, которые исходят из учреждений, либо нотариусу с верификацией. Или же иностранные документы, если они первично легализованы в представительствах этих стран. Я напомню, что из нашей практики зачастую легализуются следующие документы, такие как дипломы об образовании, документы об образовании, это могут быть сами дипломы, это могут быть аттестаты, приложения, сертификаты об образовании. Помимо этого, это свидетельство о заключении брака, о рождении детей, о разводе и иные документы, исходящие из органов, государственных органов. На практике мы также сталкиваемся с легализацией документов, таких как справки об отсутствии судимости, об отсутствии наличии судимости, ну, либо доверенности и иные официальные документы. Они в целом подлежат процедуре легализации, либо же апостилирования. Хорошо, спасибо. А какой процесс для легализации документов, выданных в Казахстане? Согласно правилам легализации документов, утвержденным приказом исполняющей обязанности министра иностранных дел, документы, исходящие из иностранных организаций и учреждений, должны быть предварительно легализованы в виде консульских учреждений иностранного государства. Они документы, выданные иностранной организации и учреждения, должны быть переведены и нотариально доверены на государственный либо русский язык. Вот. Если проще говоря, для казахстанских документов необходима легализация документов в Министерстве иностранных дел, департаменте консульской службы. Да. Затем после легализации ДКС НИШ необходима легализация посольства иностранного посольства, куда будет направлен последующий документ. В этом случае легализация завершена документом. А сколько по времени занимает процесс консульской легализации ДКС? А в департаменте консульской службы легализация документов составляет 3 рабочих дня.
3 рабочих дня, но при необходимости срок оказания услуги может быть продлен до 30 дней. Это в таких случаях, если в нашей базе данных, либо картотеке отсутствует подпись, либо печать должна сложиться. Но в таких случаях бывает мало. Хорошо, спасибо. А вообще, в чем различие апостиля и консульской легализации? В консульской легализации подлежат те документы, которые направляются в страну, которая не ратифицировала конвенции, отменяющие требования консульской легализации. Гаагская конвенция 1962 года. То есть остальные документы, остальные страны, которые не подлежат вот к этой конвенции, если документ направляется в эту страну, они подлежат консульской легализации. Хочу тоже дополнить, что действительно на практике различают два вида легализации документов. Это сама консульская легализация, о которой мы сейчас говорим, и апостилированных документов. Мы подготовили краткую информацию по сегодняшней нашей теме. Я попрошу моих коллег включить демонстрацию экрана, чтобы мы могли перейти к презентации. Буквально кратко затронем вопрос апостилирования, в чем различие апостилирования и консульской легализации. И что важно знать вообще об этих процедурах. Ну, как я уже пояснил, да, у нас два вида легализации документов, это консульская легализация и апостилирование. Возвращаясь к тем документам, которые подлежат апостилированию либо консульской легализации, еще раз хотел бы подчеркнуть, что это в первую очередь документы об образовании, дипломы, аттестаты, приложения. Да, ага, микрофон поближе. Ага. Это дипломы, аттестаты, приложения, любые сертификаты об образовании, подлежащие определенной легализации. Это также свидетельство о заключении брака, о рождении детей, что чаще как раз-таки встречается, когда иностранные работники приезжают вместе с сопровождающими лицами, членами семьи, да, для того, чтобы иностранные граждане, члены семьи могли находиться здесь, в Казахстане, и оформить также рабочую визу для въезда в страну, им потребуется как раз-таки легализовать, либо же апостилировать свидетельство для заключения брака, либо же свидетельство о рождении детей. Помимо этого, на практике у нас также встречаются и справки об отсутствии наличия судимости. Зачастую они требуются, когда иностранные работники приезжают в Казахстан с целью оформления вида на жительство. В Казахстане одним из документов как раз-таки является предоставление данной справки. Ну, это могут быть также и доверенности, и неофициальные документы, которые предназначены для использования на территории Казахстана. Помимо этого, важно также подчеркнуть, что есть различия в процедуре апостилирования и легализации. Конечно, они выполняют одну и ту же функцию, что и апостиль, что и консульская легализация, подтверждает подлинность документа, официального документа для использования на территории другого государства. При этом апостиль сам по себе представляет собой упрощенную процедуру консульской легализации. Это специальный знак, штамп, который проставляется на официальных документах и может подтверждать подлинность документа для дальнейшего его использования на территории другого государства. Как раз таки на нашем слайде представлен образец апостиля, который непосредственно предусмотрен Гаагской конвенцией. Что важно знать об апостиле? В первую очередь, апостиль представляет, как я уже пояснил, собой упрощенную процедуру консульской легализации. Он представляется только в стране его выдачи в соответствии с пунктом статьей 3 Гаагской конвенции. Предположим, если документ, например, британский диплом, должен быть апостилирован только на территории Великобритании. Для того, чтобы его использовать в Казахстане, он должен быть апостилирован не в посольстве, например, Великобритании в Казахстане, или, например, там посольство, предположим, Великобритании в США, он должен быть непосредственно апостилирован на территории Великобритании. Помимо этого, для того, чтобы документ был апостилирован, его также нужно заблаговременно перевести и нотариально заверить перевод.
чтобы этот документ уже можно было официально использовать на территории Казахстана. Зачастую, как практика показывает, когда иностранные сотрудники привозят с собой иностранные документы, личные документы, такие как дипломы или свидетельства, они апостилируют их в стране выдачи, при этом привозят с собой уже оригиналы апостилированных копий. И уже на территории Казахстана нотариусы и переводческие агентства осуществляют перевод и заверение этих документов. Но также есть и практика, когда, насколько мне известно, функции перевода и заверения также могут предоставлять и посольства загранучреждения Казахстана за рубежом. Да, да, и документы могут быть также переведены либо же заверены непосредственно в загранучреждениях Казахстана. И поправьте меня, если я... Да. Вы правы, да, наши консульские должностные лица за рубежом осуществляют нотариальное засвидетельствование документов. Поэтому, да, и подлинность там подписи, печати, в том числе и переводы. Да. У нас, да, на практике мы сталкиваемся в работе именно с дипломами, с документами, которые исходят у нас из Китая, когда мы легализуем их в посольстве Казахстана в Китае, либо же, может быть, также в генконсульстве в Урумчи или в Шанхае, документы уже приходят непосредственно с переводом на русский либо на казахский язык, при этом перевод подтверждается уже представителем посольства либо консульства. Хорошо, спасибо. Да. Ну, возвращаясь к вопросу, да, о консульской легализации, в первую очередь консульская легализация требуется в тех странах, которые не присоединились к Гаагской конвенции, как вот как раз таки коллеги из ТКС мы подтвердили. На нашей практике это такие страны, как Канада, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, то, что те страны, которые чаще всего как раз-таки у нас встречаются на практике. При этом, в зависимости, конечно, от страны и от требований госучреждения, нужно будет проверять необходимость апостилирования либо легализации уже перед планированием поездки в Казахстан. Зачастую на практике возникают такие кейсы, когда иностранцы уже приезжают с оригиналами документов, забывая о необходимости их апостилирования либо легализации. И когда они приезжают сюда, в Казахстан, для дальнейшего трудоустройства, затрачивается достаточно много финансовых и временных ресурсов, когда документ нужно обратно отправить, например, в ту же Канаду, предположим, или, например, там, в одну из стран Латинской Америки, требуется время для дальнейшего апостилирования либо легализации. Поэтому перед планированием поездки в Казахстан всегда рекомендуется заблаговременно проверять требования в отношении именно легализации либо же апостилирования документов, поскольку не ко всем документам относятся вот как раз-таки требования по легализации и апостилированию. Как раз я хотел бы пояснить следующим слайдами. Но в целом, если резюмировать вопросы консульской легализации, что из себя представляет этот процесс, это многоступенчатый процесс, состоит в основном он из трех этапов. Это в первую очередь легализация, заверение документа в стране выдачи. Зачастую документы, первый этап, органом, компетентным органом, который занимается легализацией, выступает Министерство иностранных дел страны выдачи. Если, предположим, документ выдан в Канаде, то это МИД Канады. Да. Если документ выдан в Китае, соответственно, МИД Китая. А далее документы заблаговременно переводятся на соответствующий язык. Здесь есть также еще рекомендации, когда, предположим, есть редкая группа языков, такие как фарси или, может быть, индонезийская группа языков. Зачастую не во всех странах представлены переводчики, которые могли бы, например, предположим, перевести потом документ с индонезийского на русский язык. Переводится, например, документ с индонезийского на английский, а уже потом проще его перевести здесь на русский язык. После того, как документ будет переведен и заверен, уже документы поступают в консульское учреждение Казахстана за рубежом для третьего этапа проставления штампов легализации. Но здесь есть тоже своя специфика. Мы как раз, я думаю, что рассмотрим сегодня больше кейсов, когда документ легализуется, например, предположим, в Канаде или, например, предположим, в Нигерии, там, где отсутствует посольство Казахстана. Здесь вот как раз, я думаю, что мы следующими... Следующий вопрос. Спасибо большое за обширный ответ. Я бы хотела пояснить, что консульская легализация
заканчивается в той стране, где выдан документ. То есть тут не в три этапа, а может быть завершен в два этапа. Два этапа, да. Да. Вначале легализацию проводит Министерство иностранных дел, так как это документ казахстанского образца. Затем документ должен быть легализован в посольстве, в иностранном посольстве, куда будет направлен этот документ. В этом случае документ уже полностью легализован и может быть использован в той стране, куда он направляется. Поэтому, ну, бывают такие случаи, когда, вот, допустим, в ДКС легализовали документ, но по незнанию, что нужно легализовать еще в иностранном посольстве, гражданин выезжает в страну, иностранную страну, и не знает, что дальше делать. В этом случае он может пойти в посольство Казахстана, в стране пребывания, легализовать этот документ, затем в МИДе иностранного государства легализуется документ. То есть тут уже три этапа легализации документа. Да. Ну, проще, конечно, когда, если бы легализация закончилась в стране, где был выдан документ. Все, хорошо, спасибо. Давайте сейчас во время карантинных мер, с этой ситуацией COVID-19, есть ли изменения и дополнения в процессе легализации документов? Процесс легализации документов как таковых изменений нет. Мы работаем в штатном режиме с понедельника по пятницу, с 9 до 5:30 часов. Принимаем документы и выдаем в течение 3 рабочих дней результат. Вот. Но в связи вот с ухудшением эпидемиологической ситуации в странах пребывания за рубежом, наши посольства могут приостановить временно прием граждан, но при этом открываются горячие линии, когда граждане могут обратиться в посольство, в консульский отдел посольства со своей ситуацией. И тогда консул может в решении вопроса. Спасибо. Да, а у меня вот такой вопрос из практики. Предположим, если консульство Казахстана закрыто там, ну, в одной из стран, да, он, иностранный сотрудник, он легализовал свой диплом, первый этап он подал документы в МИД своей страны, получил штампы, но поскольку у вас посольство Казахстана закрыто, может ли он направить, вот, получается, ну, наполовину легализованный документ сюда, в Казахстан, и подать документы на легализацию ДКС МИД. Насколько сейчас такая практика есть? Вы вообще предусмотрели это для законодательства? То есть иностранный документ, да? Да. Вы так? Да. Ну, например, предположим, канадский диплом наполовину легализован МИДом Канады, но при этом посольство Казахстана в Канаде закрыто из-за ситуации с ковидом. Вот. Может ли он направить сюда диплом для легализации ДКС? Если он оказался с таким документом здесь у нас, он обращается в посольство Канады. Там проходит процесс легализации документов, и после легализации документов посольством Канады легализуем мы департамент консульской службы. В этом случае документ уже полностью легализован. Я правильно понимаю, что фактически, если посольство закрыто, не функционирует, да, по ряду причин, документ может быть направлен сюда, но самое главное наличие посольства, да, на территории Казахстана, да, страны выдачи документа. И после того, как вы его легализуете, документ уже будет официально легализован, и его можно будет использовать в учреждении РК. Верно я понимаю, да? Да. Спасибо. Да. Все хорошо, спасибо. Далее, требуется ли личное присутствие владельца документа при легализации документа? При легализации требуется личное присутствие владельца документа, но в случае, если владелец документа не имеет возможности лично присутствовать, то документы может за него подать доверенное лицо при предъявлении материальной доверенности. Хорошо. Да, в принципе, я тоже хочу дополнить. Такая практика есть и при апостилировании дипломов за рубежом, в зависимости, конечно, от требований страны выдачи. Но, как правило, личное присутствие не требуется при апостилировании документа. В большинстве случаев это делается на основании доверенности, но даже есть кейсы, когда требуется достаточно просто сопроводительного письма от владельца документа, который просит легализовать либо апостилировать документ, но при этом самого не присутствует и доверенного лица как такового и нет.
тоже как раз хотел это дополнить. Хорошо, спасибо. Вот, скажем, документы легализовали, и в течение какого времени действует штамп, действительно штамп легализации? В нашем законодательстве срок действия штампа легализации не предусмотрен. То есть все зависит от срока действия самого документа. То есть если срок действия документа истек, то, соответственно, и штамп легализации уже недействительный. Ну да, в принципе, в отношении апостиля, штампов апостиля то же самое применяется правило. Срока действия штампов нет, при этом, конечно, есть срок действия самого документа, на котором проставлен штамп апостиля или консульской легализации. Еще здесь важно подчеркнуть, что если документ истек, то он уже не может быть принят в другом государстве, поскольку, например, ну, если речь идет о таких документах, как справка об отсутствии судимости, то в основном это срок либо 1, либо 6 месяцев, либо 3 месяца. И, конечно же, апостиль либо штамп легализации они будут недействительны, поскольку документ уже истек. Если мы говорим о таких документах, как дипломы или, например, справки, а точнее свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака, то в этом случае, даже несмотря на то, что документ будет апостилирован в 2001 году, он может быть использован для дальнейшей работы здесь, в Казахстане. Угу, все хорошо, спасибо большое. Давайте, всегда ли нужно легализовать документ для другого государства? Да, для предъявления документов одной стороны для другого государства необходима легализация в случаях, если между этими странами нет договоренности. То есть таких как Кишиневская конвенция, либо Аркадская конвенция, которая отменяет требования легализации. Да, как раз-таки, да, действительно. Если страны заключают между собой отдельное соглашение, которое отменяет необходимость проставления каких-либо дополнительных штампов, либо отметок о легализации, то в этом случае документы могут быть использованы без необходимости дополнительной легализации либо апостилирования. Я коллег попрошу, можно будет демонстрацию презентации, как раз-таки возвращаясь к теме Кишиневской конвенции, хотелось пояснить следующее. Согласно конвенции... Да, ага. Да, согласно Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным, гражданским и семейным делам, документы, которые исходят из стран-участниц данной конвенции, они могут использоваться на территории других стран-участниц без какой-либо специальной отметки о легализации. Сейчас как раз-таки я хотел бы показать на слайде. Сейчас, секундочку. Можно будет попросить? Переключить, да. Ага. Да, согласно статье 12 данной конвенции, все документы, которые исходят из стран-участниц, могут быть использованы без каких-либо отметок о легализации. Это означает, например, что, предположим, если документ исходит из России, а Россия является участником Кишиневской конвенции, то не нужно его легализовать, не нужно его апостилировать, достаточно использовать документ либо же в оригинале, если мы говорим о тех документах, которые предоставляются органы госучреждения РК в оригинале, например, как справка об судимости или, боже мой, иные справки, а либо же достаточно предоставить нотариально заверенную копию того же диплома, либо же свидетельства о заключении брака, и нет необходимости их апостилировать. Как раз на следующем слайде представлен список стран, которые присоединились к Кишиневской конвенции. Это все страны, в большинстве случаев это страны СНГ, в том числе и Узбекистан, и Азербайджан. Это означает, что все документы, которые исходят у нас из данных стран, являющихся участниками Кишиневской конвенции, могут быть использованы здесь без штампов апостиля легализации. Но важно подчеркнуть, что требуется перевод. Предположим, если документы у нас приходят на украинском языке, соответственно, нам нужно будет подготовить перевод на казахский, ну, государственный, либо же русский язык. Да, зачастую есть, например, документы, вот, как из Кыргызстана, они приходят у нас на русском языке, соответственно, им не нужен перевод. Все хорошо, спасибо большое. И в обсуждении у нас говорилось о документах граждан Китая, либо вот какой процесс легализации диплома гражданина из Китая? Насчет этого хочу сказать, вот именно отношение Китайской Народной Республики есть исключение. То есть документы, выданные на территории Китайской Народной Республики, могут быть легализованы только в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики. То есть
Mm-hmm. Сначала документ подается в Министерство иностранных дел, затем только наше посольство, которое находится в Китае. Mm-hmm. То есть посольство Китайской Народной Республики в Казахстане не принимает документы, которые были оформлены в Китае. То есть mm-hmm. этот процесс необходимо делать уже на территории Китая. Mm-hmm. Хорошо. То есть гражданин Китая не сможет у нас в посольстве сделать легализацию? Да. Если документ выдан в Китае, то mm-hmm. легализацию необходимо делать уже на территории Китая. Mm-hmm. Вот такой вопрос больше из практики в отношении легализации. Нужно ли сразу, получается, предоставлять нотариально заверенную копию документа, да, вот китайского диплома перед легализацией документов в посольстве Казахстана? И как обычно происходит вопрос, вот именно решается вопрос с дальнейшим переводом этого документа вот на казахский либо же на русский язык? Есть ли такая практика, когда посольство Казахстана сразу же может подготовить перевод документа, чтобы его здесь, например, не переводить и нейтрально заверять? Вообще наши консулы уполномочены, то есть производить нотариальные действия, но согласно нашим правилам, для подачи документов, иностранных именно документов, необходимо заранее делать нотариальный перевод и предоставлять. То есть перевод на них надо делать заранее. Угу. Хорошо. Перед подачей. Угу. Хорошо, спасибо. Какие документы необходимо легализовать? Какие документы необходимы для легализации диплома гражданина США? И какой процесс? США, Казахстан и США являются сторонами участницами конвенции, отменяющей требования консульской легализации, поэтому между этими странами действует апостилирование документов. Значит, легализация к ним не применима, да? Нет. Да, здесь, скорее всего, речь идет о казахстанском дипломе, который должен быть использован на территории США, и для того, чтобы он был действителен в Штатах, его нужно будет не легализовать, а именно апостилировать. Апостилированием документов казахстанского образца у нас занимается ЦОН. Поэтому владельцу диплома необходимо обратиться с заявкой в ЦОН. Сразу могу подчеркнуть, что потребуется не только оригинал диплома для сверки, но также нотариально заверенная копия с переводом на английский язык. Оплачивается госпошлина, и подать документы на апостилирование можно так же, как в принципе, по доверенности, так и в личном присутствии. При личном присутствии при этом важно подчеркнуть, что в зависимости от требований страны, куда документ планируется предоставляться, могут применяться иные требования в отношении персональных документов заявителя. Это может быть не только, например, предположим, необходимость в апостилировании диплома, но и, например, потребуется апостилировать свидетельство о рождении, либо же свидетельство о заключении брака, если брак заключен, либо же свидетельство о рождении детей при наличии детей. В зависимости от цели поездки, конечно, это если работа, либо же поездка выезд на постоянное место жительства в США с получением вида на жительство могут потребовать также апостилировать не только диплом, но и ряд остальных документов. Но в отношении, подчеркну еще раз, в отношении Соединенных Штатов не применяется требование к легализации, а только непосредственно апостилирование, поскольку они являются участниками Гаагской конвенции. Хорошо, спасибо. Далее, можно ли получить апостиль диплома в посольстве ЮАР в Казахстане? Давайте я тогда отвечу, да. Поскольку ЮАР также является участником Гаагской конвенции, согласно статье 3 данной конвенции, документы должны быть апостилированы в стране выдачи. Это означает, что на территории Казахстана, в посольстве ЮАР в Казахстане, этот документ не может быть апостилирован. Владельцу диплома необходимо обратиться к себе в страну, в компетентный орган, это может быть и Министерство образования, это может быть и административный суд, либо же Министерство юстиции, который потом в дальнейшем будет проставлять штамп апостиля. Но зачастую на практике
происходит так, что если не апостилируется оригинал документа, апостилируется его копия, он должен обратиться к нотариусу, который засвидетельствует копию, и уже потом эту копию апостилирует для дальнейшего использования в Казахстане. У меня вот вопрос как раз-таки возвращаясь к легализации документов. Из нашей практики мы сталкиваемся с тем, что не во всех странах консульства Казахстана представлены. И вот такая ситуация, как быть... например, гражданину Казахстана, который планирует на выезд в Нигерию с целью работы, как ему легализовать его образовательный документ, диплом, для того, чтобы этот диплом был использован при получении уже соответствующего разрешения и визы в Нигерию. Куда ему нужно обратиться и вообще каков процесс вот именно в этом случае, учитывая, что посольство Казахстана в Нигерии у нас отсутствует? В таком случае, если документ выдан в Казахстане, необходимо сначала обратиться в ближайшее заграничное учреждение Республики Казахстан, которое курирует эту страну, то есть, допустим, ЮАР, наше заграничное учреждение, поставить там печать легализации, и затем только обратиться в свое Министерство иностранных дел, либо другой компетентный орган, который занимается легализацией Нигерии. А здесь какие-то действия ему нужно предпринимать, вот именно владельца диплома, или он сразу отправляет оригинал, не совсем как бы понятно. Да, он должен сперва обратиться, я так понимаю, в ДКСБ. Да, он обращается в департамент консульской службы, предоставляет консульскую легализацию, затем, куда он выезжает, например, через Москву, если он вылетает, он может обратиться в наше посольство Казахстана в Москве, и там ставят консульскую легализацию, затем посольство Нигерии в Москве. И этим самым консульская легализация заканчивается на этом документе. Получается, фактически ему не нужно отправлять документы в ближайшее консульство на территории Африки, он может это сделать, ну, предположим, в той же России. Да, если он оказался в Нигерии уже с документом легализованным в департаменте консульской службы, он должен документ направить в посольство, которое ближайшее расположено, казахстанское посольство, которое по совместительству работает и в Нигерии тоже. Вот. Хорошо, да. То есть несколько вариантов в зависимости от того, где он там находится. Хорошо, спасибо большое. Далее еще один вопрос от наших участников. Можно ли апостилировать дипломы, выданные в Российской Федерации, для работы в Европе? Это интересный вопрос, поскольку мы сейчас говорим о легализации и апостилировании документов, выданных на территории РК, так и за рубежом. Но в целом хотелось бы дополнить, что если иностранный сотрудник, например, иностранный гражданин Российской Федерации, планирует использовать свой диплом в одной из стран ЕС, то для этого, я, скорее всего, полагаю, что он находится в это время сейчас в Казахстане, поэтому он задает этот вопрос, может ли он это сделать здесь. К сожалению, документ не может быть апостилирован либо легализован на территории Казахстана, поскольку изначально выдан на территории Российской Федерации, и учитывая, что и Россия, и страны ЕС входит в Гаагскую конвенцию, то документы, дипломы подлежат апостилированию. Соответственно, согласно статье 3 Гаагской конвенции, документы должны быть апостилированы в стране выдачи, то есть в России. На территории Казахстана, к сожалению, помочь иностранному работнику с легализацией диплома будет невозможно. Хорошо. Спасибо большое. На этом, наверное, наш вебинар подходит к концу. Есть вопросы? Да. А если есть вопросы у нас в чате сейчас, давайте просмотрим. Да, сейчас, секундочку. Вот здесь я вижу вопрос касательно справок, которые иностранные сотрудники, иностранные граждане получают из посольства при получении вида на жительство, они должны предоставить письмо согласия, справку из посольства. Нужно ли легализовывать такую справку? Если да, то для чего? Для предоставления нашим компетентным органам справок, которые выдали иностранные посольства, необходима легализация, даже если эти страны входят в Гаагскую конвенцию, которая отменяет легализацию, так как в Гаагской конвенции есть исключения, которые входят именно вот эти справки, либо другие документы, которые выдаются именно посольствами.
То есть документы выполнения посольства необходимо легализовать для подачи наших органов. Правильно мы понимаем, что если, предположим, посольство Канады выдает справку, то мы ее легализуем в ДКС МИД, поскольку Канада не является участником ГАГС Канадец. А если, например, предположим, посольство Великобритании выдает эту справку, все равно ее нужно легализовать. Да, необходимо легализовать, такой документ попадает по исключению ГАГС Канадец. Но я правильно понимаю, что легализация справки не требуется, если документ исходит из, например, предположим, из посольства стран-участниц СНГ, например, России или Кыргызстана или Узбекистана? В таком случае требование легализации уже отпадает. Да, хорошо, спасибо. Давайте рассмотрим вопросы в чате. Какой исполнительный орган в Казахстане занимается апостилем казахстанских дипломов для дальнейшего обучения резидента РК за рубежом? Апостиль? Да. Ну, здесь, как я ранее пояснил, документы для апостилирования подаются в ЦОН по месту жительства владельца диплома. Если, предположим, он находится в Астане, в городе Нур-Султан, то тогда необходимо будет обратиться в ЦОН в зависимости уже от района, это Есильский или Алматинский. Он должен будет подать документы непосредственно в ЦОН. Хорошо, спасибо. Давайте сейчас еще рассмотрим. Как часто Министерство иностранных дел РК пересматривается список стран по курируемым округам загранучреждений РК? Документы 2016 года. Кому можно обратиться с данным вопросом? Вопрос непонятный. Да, здесь смотрите, я понимаю, здесь мы говорим, скорее всего, даже большая часть не о легализации, а скорее всего об оформлении виз. Практика виз, когда визу можно получить в ближайшем консульстве. Но здесь, если смотреть вопрос, как часто МИД РК пересматривает список стран по курируемым округам загранучреждений РК. Это, например, предположим, отсутствует посольство Казахстана в Нигерии и ближайшее посольство расположено в Притории, в ЮАР. Вот, скорее всего, как раз-таки это здесь и вопрос это и касается. Есть ли какая-то такая практика или, может быть, информация в отношении вот данного вопроса у вас? Ну, открытие посольства относится к больше это политического характера вопрос. Поэтому сейчас в рамках данного вебинара обсуждать как-то, мне кажется... Хорошо. Тогда давайте, вот я вижу, вопросы, в принципе, схожие. Здесь вот задают вопрос. Гражданин Индии находится на данный момент в Казахстане. Может ли он апостилировать свидетельство о браке в посольстве Индии в Нур-Султане или только это можно сделать в Индии? Как я ранее пояснил, согласно положениям ГАГС конвенции, документы должны быть апостилированы только в стране выдачи. Это означает, что ему необходимо направить свидетельство о заключении брака в Индию для проставления апостиля в одном из компетентных органов Индии. Здесь на территории РК апостилировать такой документ не получится. И здесь же также вопрос схожий, вопрос о легализации и апостилировании сертификата квалификации, который выдан в Великобритании, задает вопрос, можно ли его апостилировать, либо же легализовать в консульстве Великобритании. Как ранее мы поясняли, консульство не будет заниматься апостилированием документов. В этом случае его нужно будет апостилировать. Апостилирование проводит орган той страны, в которой был. Да, нужно будет его апостилировать непосредственно в Великобритании. И здесь вот интересный вопрос, вы можете прочитать, Мальдержан. Так, давайте. Есть вопрос. Вопрос касательно легализации диплома гражданина Китая. Мы его легализовали в Китае. Там же заверили нотариально. Нужно ли его здесь, в РК, нотариально заверять еще дополнительно перед подачей в МОН РК на старификацию? Или достаточно того заверения в Китае? Если документ был уже подан в Министерство иностранных дел Китая, затем в наше посольство, которое находится в городе Пекин, если там уже был проставлен
штамп легализации, то другое заверение уже не требуется. То есть документ уже может быть использован на территории Казахстана. Я, наверное, скорее всего, еще дополню. Здесь, скорее всего, имеется в виду, что как только были проставлены штампы легализации и в МИД Китая, и в посольстве Казахстана в Китае, документ должны еще и нотариально заверить готовый перевод здесь, на территории РК. Возможно, уже перевод и нотариальное заверение было сделано на территории Китая. И здесь вот как раз таки, да, здесь не совсем понятно, но я полагаю, что если документ уже переведен непосредственно за рубежом, за пределами Казахстана, но требуется дополнительно нотариально заверенная копия, его нужно будет еще дополнительно заверить у нотариуса здесь, в Казахстане. Поскольку если документ будет заверен у нотариуса, например, предположим, в Китае, он не может быть использован здесь, на территории Казахстана. Да, но потребуется дополнительное нотариальное заверение документа именно в Китае. Здесь, в первую очередь, я так полагаю, что речь идет о переводе и уже потом дальнейшее заверение. Но нострификация – это процесс достаточно сложный, он может занимать до 4-6 месяцев, и в зависимости, конечно, от требований, здесь нужно будет смотреть уже непосредственно требования Министерства образования, но потребуется, скорее всего, нотариальное заверение на территории. Да. Да, здесь вот уточняют, что переведен в Китай. Спасибо, понятно. Ага, хорошо, да. Все хорошо, спасибо. Да. Ага. Если еще есть вопросы, скорее всего. Да, мне передали, что больше вопросов нет. Дорогие участники, наш вебинар подошел к концу. Хочу поблагодарить спикеров за участие. Спасибо, спасибо большое. До свидания. Спасибо вам. До свидания.